Наша жизнь похожа на поездку в поезде. Ты заходишь в вагон, занимаешь свое место. Пока ты едешь, мимо тебя проходит много людей. С кем-то ты даже знакомишься. Но потом они выходят на своей станции. Пропадают из твоей жизни навсегда. А ты едешь дальше, до своей конечной точки. И лишь немногие доедут с тобой до самого конца.